Прогулка по набережной в солнечный день – приятное времяпрепровождение. Жители Щелково спешат совершить променад, а вместе с тем и покормить уток с берега реки. Пернатые с удовольствием принимают угощение. Приходим, кормим с сыном, и вот наши друзья тоже с детьми ходят, кормят уточек. Почему бы нет? Здорово, ручные. Самое распространенное лакомство – выпечка. Уткам она уже полюбилась. Однако в дикой природе эти птицы хлеб точно не едят. Не вредит ли угощение пернатым? Вопрос, можно ли кормить уток хлебом? Узнаем у специалиста. Позвоним орнитологу. Чтобы разобраться в этом вопросе, мы связались с директором Центра птицы без границ Сергеем Гладышевым. Оказалось, хлеб для уток не представляет опасности. Вред могут нанести лишь примеси, которые добавляют в выпечку. Опасность составляют те добавки, которые в хлебе, да, получается, содержатся? Да, но их настолько мало, что как такового вреда они уткам не принесут. А вообще, в принципе, чем питаются эти пернатые? Ну, ряска вот на прудах, очень они любят, травка. Ну, вот такие они травоядные, в общем-то, в основном. Но есть разные утки, есть которые и не брезгуют какими-то мракообразными. Так что можно порадовать птиц не только выпечкой, но и другими лакомствами. Водоросли, которые можно приобрести в зоомагазине, отличная альтернатива полюбившемуся уткам хлебу. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.